Чтобы построить атомный дезинтегратор, выкопайте проход длиной в 5 клеток на 3 уровнях. На дальней клетке 1 и 2 уровня выкопайте канал. В мастерской механика произведите 6 механизмов. В мастерской плотника закажите дверь и решетку. Постройте 2 нажимные плиты на 1 уровне и решетку на 2. На нижнем уровне постройте дверь, а затем мост. Соедините одну нажимную плиту с мостом, а другую с решеткой. Отметьте зону мусорной свалки и заблокируйте дверь. Проверим работу конструкции.